Ладно, другое дело. На скидках в мае приобрела шестую ступень, интересно, отрабатываю атман, временами захлестывает злость, переношу осознанность, стараю во всяком случае. В нашей душе, вот смотрите, как все устроено. Там, где половые органы, это связь нас и наших предков. Любите половые органы, связи с предками имеете. Ненавидите, значит, ненавидели вас ваши предки. Второе, там, где живот, там связано с вашей землей или нашей землей, там будет материальное благополучие. Но есть еще одно место, оно называется местом души. Там, где находится душа, находится маленький ребеночек. Маленький ребеночек, которого нужно представлять внутри себя. Представлять, будто там находится вы, только в повторении абсолютного, доброго, безвозмездно и бесцельно обожающего все происходящие на земле и в мире события, потому что это все соединение с Богом. Бог создал человека, Бог создал события, мы все буквально принимаем. И пестеты, это как? Играйтесь с таким ребенком, любите его в середине своей груди, любите и обожайте его, хорошо к нему относитесь, чувствуйте, что он вас оберегает. Можно ли дополнительно построить защиту? Конечно! Икона Божьей Матери, которая держит по три скрещенных свечи слева и справа и с левой стороны, называется «Неупиваемая купина». Если представить, будто вы, маленький ребеночек, сидите в такой чаше, а слева и справа у вас находится Божья Матерь, которая держит свечи, то Божья Матерь будет являться тем, что вас будет покрывать и помогать вам исполнять ваши желания, ваши мечты, помогать освещать вам путь и не делать глупостей. А также это великолепный способ для того, чтобы избавиться от всяких приворотов и так далее. Далее еще один такой момент. Периодически такого ребенка можно мыть даже, так омывается или очищается ваше тело. Когда купаетесь, представляете, будто вы не только себя омываете, а еще и того ребенка. Также я хочу сказать, что очень часто, когда вы просыпаетесь, то у вас есть состояние такое, как будто пелена перед вами, пелена. Вот эта пелена перед вами называется пелена вас и коммуникации с внешним миром. Пелена — это зашоренность, это ваше разочарование, ваша нелюбовь, но это пелена, она еще и может быть проклятиями, которые проклинают вас люди. Говорят, а этот козел, ненавижу, чтобы он сдох. А это там сволочь, там негодяйка и так далее. То есть вот это, ага, или зависть, или еще что-то. И вас таким образом, также это там у мужчин может быть, когда там мужчина сходил к какой-нибудь бабе, там, извиняюсь, в гречку. И после этого он утром просыпается, на свою женщину не может смотреть. Она его раздражает, раздражают дети, раздражают там свекор, там теща, или там раздражает там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И вот он ничего не может сделать, грызется, орет, бесится и так далее. Но если у него спросить в этот момент, скажи мне, дорогой, у тебя есть ощущение, как будто пелена какая-то, как будто тяжелая пелена, как будто затмевает что-то? Наверняка скажет, да, у меня такое ощущение, как будто здесь пелена находится. Это убирать необходимо чем? Ой, так легко это все делается, слушайте. Необходимо представить, будто перед вами лобовое стекло, как говорят у нас в Одессе, будто перед вами настоящее лобовое стекло, а с правой стороны ведро Парижской Богоматери. И вы представляете, будто вы берете губку, тряпочку такую, вмакаете в эту тряпочку и на выдохе протираете свое лобовое стекло. Так вот, если это делать утром, в обед, после обеда и вечером, то отпускает. И вновь начинаете любить детей, и жену, если вы мужчина, и мужа, если вы женщина, и тещу, и мир этот, и так далее. Периодически это делайте, не обязательно махать рукой. Если мысленно можете представить, можете делать мысленно. Хотите, сейчас попробуем. Представили, будто перед нами лобовое стекло, и оно такое, как будто оно в пелене. Представили, будто в правой руке держим тряпочку и на выдохе. Протирается? А скажите, прозрачность улучшилась? Конечно! Ну, конечно, улучшилась прозрачность. Конечно, пользуйтесь на здоровье. А ведь вот такой метод помогает избавиться от вот таких проклятий в вашу сторону. И программ, которые я называю проклятиями в вашу сторону. И ненавистью, которая в вашем направлении или по отношению.